В спортивном комплексе «Тараз-Арена» имени Жаксылыкова Шкемпирова состоялось торжественное открытие традиционного международного турнира по вольной борьбе, посвященного памяти выдающегося государственного и политического деятеля Дынмухамеда Ахмедовича Кунаева. Участие в церемонии принял аким Жамбылской области Ербол Карашукеев. Подробности в материале. Проведение этих стартов в Таразе стало уже доброй традицией. В церемонии открытия международного турнира по вольной борьбе, посвященного памяти государственного и общественного деятеля Дынмухамеда Кунаева, внесшего большой вклад в развитие экономики Казахстана, приняли участие спортсмены из Монголии, США, Грузии, Словакии, Эквадора, Китайской Народной Республики, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. Глава региона Ербол Карашукеев отметил, что в стране и регионе в целом уделяется особое внимание развитию спорта. Уважаемые гости и любители спорта, сегодня на священной Авлятинской земле проходит международный турнир по вольной борьбе. Посвящен памяти видного государственного деятеля Дынмухамеда Кунаева, турнир традиционно проводится на республиканском уровне с 2007 года и на международном уровне с 2012 года. Уважаемые любители спорта, сегодня мы с гордостью можем сказать, что спорт страны стремительно развивается. Спортсмены, участвующие в соревнованиях, отметили высокий уровень организации и выразили надежду на победу. Каждый из них, защищая честь своей страны, намерен встать на пьедестал почета. Егофуров Юнус, участвуя в турнире весовой категории 97 килограммов. Соревнования проходят на очень высоком уровне. В прошлом году занял второе место. Надеюсь, что в этом году смогу завоевать золото. Я готовился к соревнованиям 2-3 месяца. Первый сбор прошел в Алматы, второй в Таразе. Хочу пожелать спортсменам Жамбылской области удачи. Надеюсь, мы выиграем 2-3 золота. Отметим, что на открытии турнира по вольной борьбе пришло большое количество зрителей. Они с наслаждением наблюдали за выступлениями атлетов, активно поддерживая их. Кулеш Умурзакова, Ислам Камшабек, Азамат Бескенов, 77 News.